Дорогая наша Люба Балагова, уважаемые, дорогие, любимые слушатели и гости фестиваля, жители замечательного города Сочи. Лиза и я сегодня играли для вас в это сложное время, когда многие люди, сейчас все, сидят в изоляции. Нам очень жалко, что мы не сможем быть сейчас в это время с вами. Но очень надеемся, что скоро, в скором будущем, приедем к вам, на вашу замечательную землю. Большой, огромный привет с нашей дачи под Петербургом, около финской границы. Мы вас любим, целуем. Всего хорошего. До новых встреч, друзья. Желаем фестивалю процветания. В этом же году, в 20-м, и на десятилетие вперед. Марчелло Адажио. Выступает Лиза Венгерова с папой.